Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупуп, и сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайте под названием GGDrop. Пополним данный сайт на 13 тысяч рублей, обязательно, если ты захочешь пополниться, вот сюда вот нажимаешь, промокод LU11 вводишь, дает тебе 11% на пополнение. Что ж, ну а мы поехали поскорее начинать мы сегодня с тобой будем, конечно же, с кейсика самокатчик. Посмотрим, будет ли нам данный кейсик что-то либо давать или же нет. Но пока что выглядит очень даже сомнительно. Ну да, минус 1400 рублей, не критично. У нас еще баланс позволяет еще пятерочку открыть смело. Значит, давай это поскорее сделаем. Юспик Каймана, кстати говоря, выпадает. И 12 тысяч рублей. Это прекрасно, это плюс 2000. Эмочка облом, кайман, цвета прибоя, аквамариновая месть и еще одна цвета прибоя. Вот это вот другой разговор вообще. Полностью, целиком и полностью другой разговор. Еще 5 кейсов самокатчик тогда открывается и ничего вообще не выбивается. О господи, вообще ни одного окупа. Но тем не менее минус составил всего лишь 3500 рублей. Давай тогда последнюю попытку данному кейсу дадим. Кстати говоря, просто за два предмета мы уже достаточно сильно окупились. Но 20 тысяч рублей все-таки, условием какой у меня минус на данном сайте, это ничего, можно сказать, для меня. 25 тысяч рублей того у нас становится на балансе, ладно. Не суть важно, кейсик чужой, хочу на 5 раз его открыть, потому что в предыдущем ролике мне вообще данный кейс ничего не поставил. И, возможно, он захочет исправиться. Скоростной зверь за 7000 рублей. Это, конечно, хорошо, но не то, что я хотел бы здесь увидеть. Я хотел бы увидеть, наверное, какие-нибудь перчатки там. Что-то типа того. Но, видимо, пламя дракона за 6000 рублей. И, ну, как-то, ну, очень даже сомнительно. Ладно, еще 5 кейсов. Дадим шансу, так сказать, окупить нас хотя бы чуточку. Ну... Это выглядело как окуп, хорошо. Плюс 2000 рублей с данного кейса, конечно, видеть это очень даже сомнительно. Место преступления, кстати, это дорого. Это определенно дорого. Благодаря данному скину мы, собственно говоря, и окупились еще раз. Окей, ну пока вроде как бы более-менее окупаемся, поэтому открываем его, данный кейс точнее, а не его. Хорошо. 2000, 1900, 1000, новая фуксия за 2600 и калаш. И вот это вот, конечно, нас очень сильно подкачало открытие. Ладно, последние 5 раз. Дай бог, что окупимся. 700 рублей, 11 тысяч рублей, 8 тысяч рублей, 1000 и 2000 рублей. Ладно, хотя бы окуп. Спасибо на этом. Но на самом деле баланс... Кстати, подожди, 6, и 6, и 6, и 8, и 25 тысяч рублей данный кейс выдает. Спасибо большое. Так вот, что я хотел сказать. На самом деле, больше 30 тысяч рублей мы, собственно говоря-то, и не поднимались сегодня. Хотя нет, подожди, нет. Вру. Поднимались. 32 тысячи рублей уже было на балансе. Ой-ой-ой. Как это плохо выглядит, минус 8000 рублей. Но, по всей видимости, потолок на сегодня наш, это, как бы это грустно не звучало, 35, наверное, тысяч рублей. Ну да, по всей видимости. Хорошо, 15 тысяч рублей остается на балансе, призрак, мобиль, 5 кейсов. Вот сюда в контракты заходим, ни одного кейса нас с тобой не окупило, к сожалению. 12,5 тысяч рублей, по всей видимости, просто можно считать без вести пропавшими. 5600, контрактик делается. И получаем, ну, 12, ладно, хорошо. 16 тысяч рублей остается на балансе. Хочу тогда расширение дрожби открыть два раза. Смотреть, ход в рот, кстати, 16 тысяч рублей, ничего себе. Ладно, может быть, 3 кейса данных открыть, все-таки попробовать. Ой-ой-ой, это плохо, и ну вот это хорошо, более-менее, окей. Благодаря теории чисел просто окупились. Хорошо, 4 кейса, ну такое, вот это хорошо, ну это такое себе, и вообще 600 рублей видеть в таком кейсе, ну как бы, знаете, не хотелось бы, наверное.
Хорошо, три кейса. Попробуем еще раз. Скоростной зверь. Это плохо. Теория чисел — это окей. Но поток информации... Ну, такое себе. Такой себе дроп. Мне не особо, если честно, нравится. Но попробовать последний раз данный кейс открыть, все же, я думаю, стоит. Стоило, по крайней мере, 24 тысячи рублей. По всей видимости, шансов, можно сказать, что сегодня на джидропе у меня особо-то и нет. 8 тысяч плюс 8 тысяч плюс 4 и 8. 29 тысяч рублей, кстати говоря. Это 5 кейсов смело, смело открывается. 600, 600, 1000, 3000 и 6 тысяч рублей. 12 тысяч рублей в общей сложности нам поставило вместо 30 тысяч. Выглядит, конечно, это очень даже сомнительно. Делаем контракт из всего. Выпадает ящик Пандоры за 13 тысяч рублей. Ну, такое себе, если уж быть честным. Окей, два кейса. Поехали вот так. И один кейс чужой, пускай будет. Вот так, 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 так. 12,5 тысяч рублей. Ну, выглядит это очень-очень скудненько. И выпадает 3. Можно считать, что это победа? Да, наверное, нет. Хорошо, все бесплатные кейсики мы поскорее идем открывать. Вот так. Вот так. Золотой кейс тоже, поехали. Платиновый. Ну, ладно, ладно, давай платиновый посмотрим, что выпадет. Мало ли, действительно будет что-то хорошее. По всей видимости, шансы кончились. Валентность за 2000 рублей. Окей, и последний, самый дорогой, если так можно выразиться, из бесплатных кейсов, это элитный кейс, который дает нам пропаганду. Понятно, спасибо большое. Того 6700 рублей. Вместе все делается из этого контракт, дает который нам 4000. Ну, выглядит это очень даже скудненько. Не знаю, какой-то кейс, наверное, хочется пойти открыть, который без проблем вообще меня окупит, но как-то я таких кейсов особо-то сильно и не знаю. Хорошо, давай тогда, пускай это будет последние три кейса самокатчика, вот так вот зайдем сюда, 3900 выбьем вместо 6000 рублей, сделаем из этого всего контракт, из которого получим 1500. Итого, 3000 рублей у нас на балансе, открывается туалетный пилот, который тоже ни разу нас не окупает, из которого, ну, господи, ладно, ставим до 10000 рублей. Ой, до 100 поставил, ну да, давай до 100 сделаем, почему бы и нет. 10 тысяч рублей с 1000, выглядит как будто бы это возможно. Ну ладно, давай уж попробуем, а там будь что будет. Он останавливается резко, да? Угу. Я тебя услышал, джидроп. Ладно, что ж, к сожалению, вот такой вот сегодня видеоролик у нас с тобой получился. Обязательно попрошу тебя, не забудь подписаться на канал, поставить лайк, написать, конечно же, комментарий. Что ж, ну а так, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.